30 терактов предотвращены в России в этом году. Задержаны почти 800 бандитов. Такие данные привел директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета. Также он отметил, что были ликвидированы 156 боевиков, в том числе 36 главарей. Большинство из них присягнули на верность ИГИЛ. В общем, по стране количество преступлений террористической направленности сократилось в 2,5 раза. Повышенное внимание уделяется предотвращению выезда россиян за границу для участия в вооруженных конфликтах на Ближнем Востоке. Пресечены попытки выезда в Сирию и Ирак более 100 граждан Российской Федерации. Установлены более 2900 россиян, подозреваемых в причастности к деятельности международных террористических организаций в указанных странах. Из их числа 198 уничтожены во время боевых действий за границей, 214 вернулись в Россию. Все они взяты под плотный контроль правоохранительных органов. 80 осуждены, 41 арестован. Одновременно правоохранительные органы активизировали работу по защите российского сегмента интернета от распространения экстремистских материалов. Принимаются меры и по пресечению финансирования террористов. По подозрению в материальной поддержке ИГИЛ проверяется более 1500 граждан, а также организаций. Одна из главных задач на следующий год – поставить заслон на пути боевиков, которые могут попытаться проникнуть в Россию из зон вооруженных конфликтов.